В Саратове стартовал 5-й сельскохозяйственный форум «День поля-2014». На выставке представлена сельхозтехника, ветеринарные препараты и оборудование. В этом году в Саратов приехали представители более чем 100 компаний из 20 регионов России. Также на форуме ждут иностранные делегации из Швейцарии и Турции. Кроме того, в рамках проведения «Дня поля» пройдет съезд селекционеров со всей России. У нас производителей присутствует очень много, порядка 180 сортов пшеницы предоставлено со всех НИИ Российской Федерации, очень много ученых, много академиков здесь. Очень большое будет расширенное заседание, будет проходить съезд селекционеров.